Всем доброе утро. Сегодня у нас 17 июня, по-моему, или 16 июня. Едем сейчас. Едем сейчас мы на участок, вот, за сеном. Поехали на мотоблоке. Отец с братом уже там. Уже уехали, точнее. Вот прям передо мной. А я вот сел на велосипед и шпилю-вилю в ту сторону. Вот съездили здесь в район, в Шанталу, купили индюшат. Вот эту птицу мы первый раз заводим в своем хозяйстве. Не знаем, как с ней пользоваться. Ну, я думаю, все будет хорошо. Вот цена одного индюка 700 рублей. Сорок дней, по-моему. Ну, такие интересные продавцы, конечно. Я просто поражаюсь. Подходят. Ну, 700, конечно, это тоже цена такая. Ну, не совсем маленькая. Вот, и поэтому задали вопрос: а вы торгуетесь? Да, конечно. Вот, а в результате чего, когда уже дала коробку, ну, в общем, стали, ай-яй-яй-яй-яй, набирать их, короче говоря, она нам не уступила. Я, говорит, эту не уступаю. И сказала, что, наверное, мне послышалось. Вот, мне послышалось, что вы торгуете. Ну, короче, как всегда, торгаши дуру включают. Ну, ладно, бог, как сказать, с ними. В принципе, на рынке два дурака. Один, кто продает, другой, кто покупает. Если кто держал индюков, вот, напишите в комментарии, как за ним ухаживать. Вот, чем кормить, чем поить. Сегодня сделаем, наверное, может завтра, загончик для них. Там рядом с домом, где сделали клетки. А, клетку для утки, для уток. Но так как уток не купили, хотели купить муларов. Вот, но они оказались маленькие, все-таки мы решили взять индюков. Ну, все-таки и попробовать. Что же эта птица и с чем ее едят. Ну, пока вроде бы все. Еду по летнему лесу. Для кого-то эта дорога уже знакома. Все года мы всегда косили тут. Здесь вот есть одно место. Оно плохо проезжаемое. Раз здесь навалили немножко мы деревьев, таких сухостоя, всякого рода кусты, чтобы был нормальный проезд для мотоблока. Но все-таки, скорее всего, здесь не проедем. Вот, сейчас покажу. Вот он, это место. Вон, а где нечисть хоронится. Туда нам надо. Это самое такое трудное место, где, конечно, навряд ли мотоблок у нас пройдет. Если подсохнет, в принципе, здесь будет неплохо. Вот, но здесь, смотрю, пролетели прям. Здесь тракторами вон какие клеи напахали. Вон что. И уже на маленькой технике здесь не проедешь. Вот здесь вот попилили. Хорошо в лесу. Уже на этой неделе вроде бы говорят, что будут дожди.
точнее в интернете мы посмотрели погоду, но как правило интернету доверять тоже невозможно на все 100, так как меняется там погода каждый час, это у них. Ну вот какие-то, как-то вот такие дела. Сейчас подъеду к участку и уже покажу, какой наш укос. Вот наш покос. Начинаем грузить. Утаптывать. Возить. Собирать. Я наверху. Батя на волокушах. Да? Я говорю, я наверху, батя на волокушах. Вообще прикаскает. Валек, на этом, как он называется? На стогомете, да. Виталька. А? Виталька. Виталька? Метальщик, говорю, метальщик. А, метальщик? Сено неплохое прям. Хорошее. Посмотрим, сколько выйдет с нашего покоса таких тележек. Сонар прям на угол, да. О! Ну, семь-то хорошие вроде. Ты много крови попила? Чё, крутануться? Сейчас посмотрим. Первую тележку собрали, едем в сторону дома. У нас на участке здесь один опасный, как сказать, момент, где можно застрять. Я иду на обгон. Так, вот это участок. Мы сейчас, думаю, его пролетим. Иди пешком вот сюда, встанешь. Ну вот так, проезжай, да.
чтобы тех остановить. Хорош! Газой! На лугу пасутся козы! Нет, не козы! Дети, молоко, будете здоровы! Так просто загляденье в этом году. Вот здесь, правда, с краю что-то плохо зашла. В целом все отлично. Поворачивай! Прямо вот так оставь! Давай! На меня немножко! Чё вы? Им не холодно тут?
выкинь пока она, не нужно. Он тебе не мешает? Все, я поехал, да? Ну подожди, давай, гладь. Второй рейс. Проехали. Как батя говорит, Бог помогает. В любом случае помогает, если в это верить. Едем со вторым рейсом. Вечер добрый. Вечер добрый. Короче говоря, привезли мы с нашего покоса все сено. Получилось три рейса таких хороших. Короче, наш чердак уже наполняется. Вон тот вон. Вот, а почему я вам показал, что машина без номеров? Ну, попробуйте догадайтесь. Попробуйте догадайтесь, почему же она без номеров стала. Во. Здесь номера нету. Что произошло? Что случилось? Напишите в комментариях. Ваши догадки будут. Вот этот очень последний рейс. Вот такой вот он жирненький стал. Прям добренький такой. О! Навал. Ну ты сколько навозили, да? Осторожно. Да-да-да. Ну он, наверное, еще отпустится, да, за зиму? Отпустится. Потом еще можно если. Сейчас не топтать не будем. Она топтать запреет, а ты. Ну конечно. А так она своя. Потихоньку, будет. Да. Хорошо. Пускай продувает. Да. Спасибо, Валек, тоже. Вроде быстро, как 4-5 рейсов, да, вышло оттуда. Как 5? 3, а? По-моему. Как 3? Сегодня, вчера 2. Сегодня 3. Вчера 2, сегодня 3. Ну, 5 рейсов, да. 5 рейсов? Ну, да. Вон, смотри, сколько. Ну, здесь же было еще, что это много? Ну, здесь что? Вот края чуть-чуть было. 5 рейсов, вот надо посчитать, сколько-то вообще умещается, ты не помнишь? Здесь, мне кажется, рейсов 40. Ну, таких мотоблочных. А? Это, вот эти 8 штук, что ли, чуть не помню, было. Тюков? Да. Ну, вы, наверное, вот так же складывали? А в прошлом году сколько сено завозили вообще? Покупали 8?
Вперед, Андрей, теперь. Домой пойдем. Ребята, всем здорово. Сегодня ко мне пришел в гости. Вадик. Он нихуя работать не хочет. Да-да-да, но помочь он мне ни хрена не хочет. Вот все ищет какие-то отмазки левые. Хотя, вроде бы пацан раньше был нормальный такой везде. И, можно сказать, и постоянно ко мне приходил. А сейчас что-то в нем, что-то чокнуло. Какое-то коммерческое жило появилось. Вот везде ищет свою выгоду. Да, в деньгах, да? Сколько, да. Сколько тебе денег нужно? Ну, 1 000 000 мне хватит. А что будешь с ними на делать? На потребительские расходы. Ну, понятно. Вот такой вот у нас вот миллионер. Ладно, это все, конечно, смешно. Сейчас еду на сенокос. Вот там родители и Валек уже переворачивают сено. Вот вчера они косили, очень большой покос сделали. Вот, ну и Вадим, наверное, тоже сказал, говорит, ладно, говорит, поеду с тобой. Вот так, говорит, уж быть. Вот, ладно, по пути будем все снимать. А вон они приехали. В поисках сена. В принципе, сена здесь очень много. Здесь вот видно, что уже ребята косили. И вон там он. Тоже трактор косит. Раньше здесь были такие поля хорошие. Пшеничка. И другие культурные растения росли. А зверобой, кстати, полно, да, смотри? Вон прям участки, чё. Вот он. Чай. Здесь одни колючки. Не знаю. Ну а здесь что, здесь коси да коси, по сути дела, вот. Ой, да, кружиться не нужно. Он потом покажет, что.